Сильный президент, сильная Россия. Под этим слоганом во дворце спорта «Норд» прошли два спортивных турнира по мини-футболу и армрестлингу. О самых сильных расскажет Тимофей Жуков. В футбольных баталиях приняли участие несколько команд от всех средних профессиональных учреждений Ненецкого автономного округа. Сразу две дружины выставило Ненецкое профтехучилище. На площадке «Норда» развернулась нешуточная борьба. Не секрет, мини-футбол в нашем округе давно на подъеме. Мы считаем, что действительно сильный президент – это сильная Россия. Федерация вышла с инициативой к ребятам, которые уже учатся, да, получают образование, среднее профессиональное образование в учреждениях Ненецкого автономного округа. Мы нашли отклик от ребят и решили организовать турнир. На следующей неделе, в воскресенье, у нас выборы президента. Мы просим всех неравнодушных, всех людей, вообще всех возрастов, которые имеют право голосовать, прийти в воскресенье на выборы и отдать свой голос. В финале в принципиальном матче встретились «Полярные волки» из Ненецкого аграрного экономического техникума имени Волкова и сборная Ненецкого профтехучилища. С результатом 12-2 победили «Волки», ставшие в итоге и первыми на турнире. Команда «Медведи Арктики» из социально-гуманитарного колледжа заняла на турнире третье место. В турнире по армрестлингу и армлифтингу в этот же день приняли участие свыше 30 спортсменов из Нарьян-Мара, поселка Красное и села Тельвиска. География этого вида спорта ширится. Спорт сильных и мужественных уже давно завоевал сердца многих жителей округа. Ну, основная цель турнира, конечно, популяризация здорового образа жизни и армрестлинга, и армлифтинга в целом, так как это силовые виды спорта. Они очень активно развиваются сейчас у нас в регионе и в целом во всей стране. Вот. И как бы мы поддерживаем здоровый образ жизни. И, соответственно, наш будущий президент, я думаю, тоже поддерживает здоровый образ жизни, сильных духом людей и волей. В армрестлинге спортсмены соревновались в трех весовых категориях, а в армлифтинге – в двух мужских и одной женской. Наши прекрасные дамы – активные участницы сегодня силовой секции в «Норде». Окружные силовики все чаще выезжают на различные соревнования федерального уровня и все выше поднимают свою спортивную планку. Турнир по армрестлингу и армлифтингу «Сильный президент, сильная Россия» еще раз подтвердил, что этот спорт очень динамично развивается в нашем округе. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, телеканал «Север», дворец спорта «Норд».